Домашний арест, я не нарушал, все исправно исполнял, как мне говорили, так надо делать. Когда следственные органы меня вызывали, я всегда приходил своими ногами. Я в группировке никакой не состою, тем более я с 2014 года, 2015 год, меня охраняем. Меры пресечения в виде исключения по страже и содержания в руководстве СИЗО 1 России по всей России по РТ срок на 28 декабря 2021 года.